Уминеку Нанаку Куарани, эпизод номер 187 для Ютуба. Всех приветствую, мы продолжаем проходить визуальную новеллу «Когда плачут чайки». Да, и у нас тут все хорошо, празднуем передачу прав. Перед Энджи лежал большой торт, разделенный на несколько кусков. Только один кусок был победным. Са, Энджи-сама. どのケーキになさいますかな? どれを選んでもほっぺたが落っこちるほど美味しいですよ. Может, это что-то музыка тиховато играет. Вроде обычно погромче всегда было. Не, так слишком громко. О! What the fuck? Я вернул, видели, да? Я с двойки вернул на один, а она стала громче. Вау. じゃあ一発で当ててみせるしかないな。ほら、選べ選べ。 Батлер легонько подтолкнул Энджи к столу с тортом. どれにしようかな? Шоколадный торт был разрезан на 15 кусков. Нифига себе, аж целых 15. Я хочу выбрать тот, который с миндалем и стать принцессой. Ой, тортик, ничего себе. Вау. Прикольные. С однокрылыми орлами. Жестко. Миндаль в одном из них. В каком же? Я выбираю первый, но мне кажется... Или это нечестно? Ведь нечестно. Мои шансы выбрать правильно один из 15. Я его ни за что не получу. А потом, когда после меня наступит очередь сестренки Марии, ее шансы выбрать победный будут 1 из 14. Ну, зато ты можешь вытащить сразу и больше никому не достанется, так что тут сложно. У следующего один шанс из 13, затем один из 12, и последний точно победит, да? Я верю в людей, Торкве, что не будет булщита. Что я даже здесь цены не поднимал, они как были старые, так и остались. Так что это будет совсем некрасиво. Все засмеялись. Видимо, что-то было не так с моими расчетами, но мне все равно не понравилось. Са, Энджи-сама кара ундамеши. Дозо, дозо, уэраби кудасай. Если выбирать один из такого множества, я ни за что не выиграю. Но почему-то сегодня казалось, что я все-таки могу победить. У меня нет причины так думать, но когда я в хорошем настроении, госпожа удача всегда благосклонна ко мне. Ура, киматтака. Киматта. Корега, атари. Я сосредоточилась на кончике пальца и указала на один из 15 кусков. Я выбрала. Выберите кусок... Лол, я выбираю? Серьезно? Это... What the fuck? Эй! Отдайте! Я вообще никакой не выбрал! Что за фигня? Я ни один не выбрал. Чело, не дали мне выбрать? Больше. お兄ちゃん、これずるい。最初に選ぶ人。
Ура. Так. Давай, чуть-чуть, вот, да, перезапись. Кимата. Корега. Атари. Так, вот, теперь я могу выбрать. Почему меня в прошлый раз не дали выбрать? Я ни на один не нажал. Давайте этот. Коре. Коре де гозаймасу не. Ёроши десу ка? Моу кимета но. Когда он спросил меня, уверен ли я, мне стало как-то не по себе. Ну да, типичный прием. И все же в такие моменты лучше придерживаться интуиции. Это была та немногая философия, которую девочка узнала из своего небольшого жизненного опыта. Года взял выбранный кусок, положил его на тарелку с вилкой и передал ее Энджи. Следующая Мария, не Мария! Ну да, это они даже не знают, победила ли она или нет, потому что пока не поешь, не поймешь. Далее шла Мария. Она была взволнована и полна решимости победить. Может быть, Энджи уже победилась. Я отошла от этой группы. Меня поразило соблазн быстро разрезать торт и проверить, есть ли там миндаль. Но я остановилась. Если проверю свой кусок первый, мои шансы на победу... А, окей, гениальная логика, 1 из 15. Но если подожду, пока другие проверят свои куски, когда я увижу, что они проиграли, мои шансы хоть чуть-чуть наподнимутся. Вау, гениальная логика. В общем, чем искать миндаль сразу же? Мои шансы поднимутся, если я подожду, пока проиграют другие. Но если кто-то победит, пока я тут сижу, то шансы на то, что мой кусок победный, станут нулевыми. Будет трудно рассчитать правильный момент. Нужно подождать, пока проиграет как можно больше людей. Мои шансы на победу будут самыми высокими, если я проверю свой кусок прямо перед тем, как выиграет кто-то другой. Да, вот хитрость для победы в этой игре. Гениально, господи. Достойно ведьмы, я считаю, кстати. Реально. Новый саундтрек еще даже. Какая странная мысль. Мне кажется, или я что-то упустила? Даже если никто не может дотронуться до торта, лежащего передо мной, миндаль внутри появится или исчезнет в зависимости от того, победят другие или проиграют? Я была в таком хорошем настроении, что у меня голова шла кругом, и я не понимала, что не так с моей теорией. Но я заметила нечто странное. В кошачьей коробке... Всегда только одна правда, блядь. Ай. Мы просто ели торт, мать вашу. Что бы ни происходило за ее пределами, оно не должно пошатнуть правду внутри. И все же меня пошатнули события за пределами кошачьей коробки, изменяя мой взгляд на ее содержимое. Я даже не знаю, что говорю. А я знаю. Это говорит другая я внутри меня, но мне слишком трудно понять. Меня будто уносит. Стало так радостно и волнующе, что мой разум затуманился, хотя мне не хотелось спать. Может, из-за того, что я выпила взрослый напиток папа, да, кстати, и правда. В итоге, хоть я и выбрала первый кусок, я решила проверить его последний. Если увижу, что все остальные проиграли, мои шансы на победу будут стопроцентными. Я попыталась найти противоречия в своих мыслях, но не совсем поняла и перестала. Гораздо лучше иметь 100% шанс, чем 1 из 15, так что я решила поставить на это. Мне не терпелось открыть этот драгоценный сундук с сокровищами. Но я ждала, пока все остальные выберут свои куски и проверят их. Доу деска? Атари но дета ката ва имаска? О, Мария но хайте накатта! Ватасино мо хазуре дасе.
Батлер станет принцессой. Ладно, шучу. Хазредемо, хонтони ойшкте, уцкуши за хатурте даме. Табезуни казатте окиру мононара, соуштай край даё. Дода, амонду аттака? Ваташимо даме не. Шит. Хидеёши нисан а доу? Вашимо хазуре но йоя. Кстати, блин, они все фоны украсили прям. Ну, типа, с Сарой, да? Прикольно. Реально. Кайся ни йоме ни, му ваши но ума скай киттору кара на. Прикольно, кстати, сказал. Му, соре те доу ими йо? Нормально так подмазался. Нанджо сенсей ва икага дес ка? Има сирабете ру токоро дес. Тама ни ва койю но му таноши дес на. Давай, ну да, почему нет, реально прикольно же. Какехики наши, но джунсуй на бакчи мо джицу не омоширой. Беато ва до де аттака? Нет, они ж колдуны, типа. Типа вот, кинза и все в этом духе. Или как, блин, нет, я забыл, кстати, как перевели это звание точно. По-моему, все-таки колдун. Горимоно-ни-фку-га-ару-надо-то-итта-усо-цки-ва-даре-да? Ха, Беатрича. Гаррррр! Гаррррр! Энджи-ва-до-да? Амонду-ва-атта-ка? Има-шрабе-те-ру. Нанда? Мада-те-о-цкете-на-катта-но-ка? Я следовал своей личной теории вероятности, но не думал, что смогу хорошо объяснить ее братику, поэтому не упомянул о ней. Есть ли там миндаль? Победив, я стану принцессой этого вечера. Я буду рада, если выиграю, но эта ночь все равно будет очень веселой, так что ничего страшного, если нет. Мы перестали, когда началась игра с тортом, но до этого все было весело. До этого все весело, все весело проводили время, обмениваясь трюками, викторинами и загадками. Эта игра тоже забавная, но я хочу поиграть так еще раз. Э? Дуста, Энджи. О! Я посмотрел нечто крошечное на своей вилке и показал брату. Амонда, да, о? О? Энджи, но не хайте та нока. Сугой зе, Энджи. В то же время в другом углу помещения поднялся переполох. Атта ва. Ваташи но не атари га хайте та. Wait, what? Ху. Эба га атте та ка. これはこれは! おめでとうございます! エヴァ様! 違う! エンジェが当たりなの! 私がアーモンドなの! Я высоко подняла миндаль и крикнула на весь зал. Толпа вокруг её разделилась, и все удивления уставились на меня. Я тоже удивилась. У неё в руке явно был миндаль. Нанда-нанда? Коря дою кутода? Года! Аамондога 2つ 入ってる ようだが... Дочерому атаринаноками. Фальшивка. Один фальшивка. Хате. Сонна хазва. Дочерагага канчигай тоюкото дешоука? Энджи-сама ноа мачигай наку Аамондо дес. Канон-кун, сочи ва? Эва-сама ному мачигай наку Аамондо дес. Убейтесь об стену. Дева, втари тому атари. ということではありませんか? Оякато-сама. これはキーなこともあるもの Это еще небось отсылает к тому, что Ева с Энджи живые. どうしたものか? Годайо. その... これはちょっとした手違いでございまして. その... じゃんけんでもしてもらって... ケチくさいことを言うでない 2つのアーモンドが現れ 女王と姫が選び出されただけの話ではないか そういうことだ 2人が当たりということで良いではないか まあ、しかし Годо замешкался. По правде говоря, он приготовил для короля один особый десерт.
Десерт украшен так, что его трудно разделить на двоих. Поэтому ситуация с двумя королями неудобная. Услышав, как Годо что-то бормочет на этот счет, Ева пожала плечами и засмеялась. Конечно, сгодится. Энджи беспокоилась, что победительница объявит Еву, раз та сказала первой. И она даже не мечтала, что Ева отдаст ей победу. でも、いいの？エンジェちゃんの付き人になれたもの。さあ、お姫様、あなたが叶えてほしい願いは何？考えてちょうだいな。エンジェは願い事もう決めてあるの。あら、それは何？おばさんに教えて。 Я хочу, чтобы это веселье продолжалось. Вечно. Маленькая я озвучила желание в моем сердце. У меня такое чувство, что нюанс изменился. И все же это очевидно мое желание. Ну, типа да, продолжение и вечность это разное. Сакки маде но тэ... А? Тезина тока куизу тока? А! Джа, коу шимашо. Минна киите. О химе сама но мэйрэй ё. Цуи сакки маде минна га мори агатте итта йоуни. Тезина я куизу надо де Энджи-чан о таношимасете агете чоудай. Ой-ой. もう手品のネタも尽きちまったぜ ならクイズや謎々ね つまりみんなでいろいろなクイズでエンジェちゃんに楽しんでもらうようにすればいいわけかね お姫様に楽しんでもらえるクイズをみんなで献上するのですね なるほどね、了解したよ なるほど面白いではないか。ではエンジェよ、こうしよう。みんなにクイズや謎々を出してもらい、それに挑むがよい。見事解けるたびに、そなたにメダルを一枚与えよう。メダルって？記念メダルってことだろうな。いっぱい正解できれば、いっぱい集められるんだろうぜ。 Семья, блин, развлекает. Все собрались вокруг меня, улыбаясь и думая, какие загадки мне загадать. Все думают обо мне, хотят поиграть со мной. Ну да, да, да. Со всем этим я не могла нарадоваться тому, что стала принцессой. Я стала принцессой хэллоуинской вечеринки. И специально для меня начали турнир викторин и загадок. Похоже, я получу медаль за каждую отгаданную головоломку. Если соберу много таких, дедушка даст мне чудесный приз. Ладно, вперед. クイズをもらえばいいのかな。誰からでもいいそうよ。好きな人に話しかけてごらんなさい。今のうちに何かとっておきの問題を考えておかないとね。マリア、あなたクイズの本をカバンに入れてなかった？ああ、あるよ。意地悪な問題でエンジェをいじめるな。 Сестренка Мари засмеялась недоброй улыбкой. Видимо, все собрались подразнить меня. Они наверняка придумают очень сложные вопросы. Дай джобу ё. Оба-сан га таскете агеру.
本当? Ну, это, кстати, надежная помощь. По сути, самый умный персонаж. В данном плане, по крайней мере, уж точно. Просто с точки зрения интеллекта. だってお母さんはお姫様の付き人じゃない。だから二人で頑張っていっぱいいっぱいメダルを集めちゃおう。そうそう、エンジェ様。誰からでも結構でございますよ。このゴーダもいつでも挑戦を受けいたします。まあ待て待て。最初に姫君に謁見する栄誉はこの私のものだ。 エンジェよ、まずは私の挑戦を受けてみよ。 Сейчас эпитафию выдаст, разгадывай. Я вдруг почувствовал напряжение и тяжесть в животе. Тетя Ева нежно взяла меня за руку. Дайджобу-йо, иссё не гамбаримашо. Дева икзо, Энджи-йо. Корева Крисмас-но-хи-но-ханаси. Ладно, окей. Джуни... Ой. Крисмасу? Хотя был октябрь, он вдруг заговорил о Рождестве. Собирается спросить, какого дня Рождество? Я знаю, 25 декабря, он только что сам сказал. Крисмас, но... Ой, ничего себе. Это же вид, по-моему, был в четвертом эпизоде, да, в начале, с Энджи. Ну или там в третьем, в конце, в чаепитиях там всяких. Йозора о миягенагара, онна ва итта. Ягате... 夜が明けて朝になるわね。そしてまた日が沈んで夜になってもまたクリスマスだったらいいのに。すると男は言った。いいよ。その夢を叶えてあげるよ。と。 そんなことが果たして可能だろうか? クリスマスの次の日は26日で普通の日だもん。 Имеется в виду переехать с точки на шаре в другую точку, если встречать в одной. Типа это имеется в виду, наверное. そんなの無理! Типа вернуть просто день по времени. 夜が明けてもまだクリスマス。おばさん、わかった。え、どうして?どうしてクリスマスの次の日がまたクリスマスなの?エンジェも考えてみるがよい。Бол, я играю еще? Серьезно? Вау. Ну да, вроде все правильно. Так, а, стоп, а, нужно сюда нажать, понял. うん、12月25日は真夜中の午前0時から始まる。午前0時は夜だから、それが最初の夜。それから朝になって、また夜になっても夜中の12時まではまだ同じ日。 そういうこと。そのどちらの夜も確かにクリスマスの日の夜よね。 Ну, это как-то совсем примитивно. Я про часовые пояса думать стал. Ну ладно. В любом случае ответ верный. То есть тогда получается можно еще увеличить себе Рождество. Сугой, сугой. С радостной улыбкой тетя Ева энергично погладила меня по голове. Ухо-ха-ха!
見事であるぞエンジェ。難しい問題のつもりだったのにあっさり解かれてしまったわい。おめでとうございますエンジェ様、これが第一問正解のメダルでございます。Я же протянул медаль золотого цвета. Дедушка улыбнулся мне, побуждая взять ее. Аригато! Соно чоуси де ганбару га ёй. Са, ватаси но шицудай ва ошимай да. Мукоу е ики, суки на хито ни ханаши какете квизу о даште морау га ёй. Интересно, а что если ответить нет? То есть там другой же, по идее, диалог должен быть. Ладно, просматривать надо, сейчас не буду. Медаль была тяжелой и золотистой. Если я много отгадаю, у меня может лопнуть карман. Я соберу столько, чтобы можно было перед всеми подхвастаться. Поклонившись дедушке, мы с тетей Евой поспешили туда, где собрали все остальные. Ей! Кстати, а люди, тут есть кто из людей, кто играл, в принципе, прошел полностью? Типа, это влияет на что-то в дальнейшем? То есть, есть ли смысл прям упарываться в медали? Кроме самого развлечения. Не влияет, да? Хорошо. Тогда можно особо не париться. Кинза с теплым взглядом посмотрел вслед Энджи. Чуйто, кантан сгита кана? Ие, чоудо юкатта то омоимас. Ну да, нужно загадать такую, чтобы она смогла догадаться. Генчи, ваташи ва йои ожи-чан о энджирарета дароу ка? Мурон де гозаимас. Хороший дедушка. Да уж, Кинза, это вообще... Энджи ва осанай. そして体調を崩し、六軒島へ来ないことも多かった。私をよく覚えてはいないだろう。Маленькие дети жестоки по-своему. Они считают доброту естественной. И думая, что доброта совершенно естественна, они быстро о ней забывают. Блин. Стереально. В обычной ситуации, само собой. В стандартной. Оя но он то онажи дес. Соре о рикай суру ни ва, Энджи сама мо отоши о касанераレル хицио га ару дешо. Ягате ва, ваташи но кото о омоширой ожи-чан датта то омой даште куреру дароу ка. Хай, канаразу дес. Кинза помрачнел. В итоге даже Энджи станет старше и услышит, как в основном общественность относится к Ушироми и Кинзе. Ушироми и Кинзе известен, общественность полностью отличается от Кинзы, играющего со своими внуками. Когда она узнает, Энджи вспомнит лицо тирана Кинзе, известного миру, или же это мягко улыбающееся лицо. Блин, как же неприятно это. Сейчас читать, фак. Декиру нара, ваташи но эгао о омойдаште хоши га. Соре ва така нозоми де ароу на. Блин. Я надеюсь, не произойдет то, о чем я думаю. Ската арумай. Кодомо то ва соую моно да. ベアとか子供は優しさに飽食しそれを決して記憶にとどめぬあれが12年を経れば後ろ宮金蔵がどれほどの奇人変人であったかを知るだろう。ブレンダ、почему вы знаете про 12 лет? Hello, hello! それに塗りつぶされそなたの笑顔など忘れ去られる運命であろう。いくら甘やかせど報われぬ愛であるだが親の恩を思い出すのに
長い時間をかけるように。エンジェもやがてきっと思い出すだろう、そなたが孫にどのような笑顔で接していたのかをな。忘れてもよい、ただ一時私に向けて微笑んでくれただけで私には何よりものメイドの土産になるのだ。これが無償の愛の境地である。祖父とは報われぬ存在であるね。報われておるとも。先ほどのエンジェの微笑みが思い出せれば私は今夜お迎えが来ても一向に構わんぞ。Блин. Кинзо с одиноким смехом развернулся, взмахнув накидкой. Это вся любовь, которую он мог предложить Энджи как дедушка. Часть него хотела быть вспомненной, но он знал, что не должен желать этого. Именно так работает невознаграждаемая любовь. Посмотрев в спину Кинзо, Бето снова пристально посмотрела в спину Энджи. Энджи. それでもいつか、お金蔵がそなたにどんな笑顔を見せていたのかをな。Ищу загадку мне выбрать следующий. Я брошу вызовы многим многим людям. Мне дадут много много медалей за отгаданные загадки. Я получу удивительный подарок, который смогу показать всем. Вон там дядя Краус и тетя Нацхи смотрят сюда и улыбаются. Они наверняка придумали интересные головоломки. Вон дядя Хидеоши манит меня к себе. Ну, веселый дядя и точно придумал веселый вопрос. Напротив него мама и папа. Они машут мне, говоря вдоволь повеселиться. Папа должен знать много безумно сложных вопросов. Может быть трудно. Вон там тетя Роза и тетя сестренка Мария. Вместе читают книгу загадок в поисках вопроса. Мария то и дело поглядывает на меня, говоря хи-хи-хи-хи-хи. Иногда она может быть противной, поэтому ее головоломка, наверное, будет не из приятных. За ними братик Батлер, братик Джордж и сестренка Джессика. Привет, Энфи. Братик Батлер обычно хороший. Но иногда он говорит гадости, и, по-моему, ему нравится видеть меня в растерянности. У меня такое чувство, что он даст мне очень сложный вопрос. Есть здесь кто-нибудь, кто не будет плохим? Или может... Если можно, я бы хотел начать с легких головоломок, чтобы разогреться. Вон там Генджи и доктор Нанджи. Не думаю, что они будут жестоки. Да, сценки все-таки будут. Я лучше, мне кажется, убивать их всех. И вон Шанан и Канан. Шанан знает множество викторин и сказок. Она наверняка даст мне нечто уникальное. Еще есть Года и Кумасава, подающие чай. С Кумасавой может быть непросто. Что-то мне кажется, что она загадает мне очень запутанную загадку. Похоже, со всеми будет непросто. Энджи-чан, тоттеокино мундайо йоишта бе? Меня зовет дядя Хидеоши. Что делать? Пойти? Хидеоши-ожи-сан на токоро. Идти миру? Чунбан нанте канке най. Датте ваташи ва зэйн ни чоусен суру дакара. Я закатал рукава и направил их к дяде Хидеоши. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Йоку кита на. わしのは難しいで。あなたが出す問題ってどんなのかしら。あまり難しすぎるのを出しちゃダメよ。難しくてもいい、タカマン。おお、頼もしいことや。ほな、行くで。Прочистив горло, дядя Хидеоши начал говорить свой вопрос. わしのはな、なぞなぞやで。いいか。よく聞いてや。桃太郎の話は知ってるやろ。川から桃がどんぶらこ？そや。しかしな、
その川には甘栗が流れてきたんや。甘栗？そうや。そしたら次の日にはな、イオカンが流れてきたんや。イオカン酸っぱいから嫌い。その次の日にはな、今度はウリが流れてきたんや。その次の日には枝豆が。Фрутка или овощ, непонятно, тут и те, и те были. その次の日にはオクラが、その次の日には柿が流れてきたんや。Ягода есть. 変な話よね。上流に八百屋さんでもあるのかしら。さて、問題や。その次の日には何が流れてきたと思う？おばさん、わかった。Блин, боюсь, там игра слов еще какая-нибудь была. エンジちゃんはわかる？わかんない。じゃあヒントをあげるわね。流れてきたものにはちゃんと順番があるのよ。何の順番かわかるかしら？А, стоп, я кажется, понял. Это даже не игра слов, здесь по-русски сделали, да, небось? Апельсин, баклажан... Да. А, Б, В, Г, Д, Е... Йо? Наверное, Йо скипаем, да? Ж, значит. Обычно ее же скипают. Блин, а скипнут ли здесь? В любом случае на ее, по-моему, ничего нету. Сора, дай хинто я на. Я просто слышал даже по-японски говорят слова. И я понимаю, что перевод не соотносится с тем, что они говорят. То есть, например, баклажан это насу. Слово произнесено не было. Теперь я понял, почему попытались адаптировать. Ну, в принципе, правильно сделали, конечно, так и надо. Так. Ну да, тут ее нету, так что жималось тут. Без вариантов. Кабец, это капуста. 選択肢にはなかったけど、キュウリでもきっと正解ね。Все названия следовали по алфавиту. Апельсин. А, ну да, 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 я даже читать не буду, мне в лом. Вот почему ответ должен начинаться с Ж. Аригато! Обасан но хинто де докета! Ну да, подсказка реально помогла. Все-таки, конечно, есть этот стак русского и японского. Нужно было указать, что все в порядке. Энджи-чан га дзюбун де тойта но ё? Сугой ва! Да, ё все-таки, как я и подумал, нету. Я-я! Умигото я! Хуна, сейкай но медалу о аге ё на! Дядя Хидэши вытащил золотистую медаль и положил ее на мою ладонь. В моей руке она казалась тяжелой. Да, вот какова победа. Лучше продолжать в том же духе. Собери их все. Ваши на Эба но бумму на нока мучи мои медалу омураттонно я. しかし問題がもう思いつかんのや。Все-таки буду сохраняться на всякий случай. Даже просто перезаписывать буду. じゃあ、私がエンジェちゃんに出題しちゃおうかな。え？エヴァおばさんが？そうよ。お姫様への月人からのクイズ。ちょっと面白いクイズが思いついたから、ぜひ挑戦してほしいのよ。Тетя Ева ярко улыбнулась. Я хочу получить столько медалей, сколько возможно, поэтому, конечно же, мне хочется, чтобы у меня было как можно больше шансов. Чоусен сру! Соно икио! Джа, штудай сру ва не?
Поехали. Оба-сан ва рюкоу га дайсуки да тте ханаси ва шита кото га атта кашира? Ун. Эба-оба-сан ва йоку кайгай рюкоу э ику тте итте та. Соу ё. Дакара рюкоу но мондай о дасу ва не. Ару токоро ни табибито га ита но. Табибито? Соно табибито ва мазу кита э 5 киро аруита ва. Соно мондай 紙に書いた方がいい？大丈夫よ。そんな難しい問題じゃないから聞くだけで OK。旅人はまず北へ5キロ歩いた。そして次に東へ5キロ歩いた。そして次には南へ5キロ歩いたの。Я понял, в чем вопрос уже будет дальше. 北へ5キロ、東へ5キロ。南へ5キロ、この字みたいに歩いたの？そういうことやな。スタート地点から東に5キロメートルの地点にいる計算になるね。あ、いや、походу не будет этот вопрос, который был задан. Слишком просто, видимо. そのはずでしょう。ところがなんと、旅人はスタート地点に戻ってしまっていたの。こんなおかしなことってありえると思う？あ、じゃあ、その там варианты же еще есть。そんなことあるわけないで。方位磁石がいかれたんとちゃうか？そんなのじゃないわよ。エンジェちゃん、わかる？方位磁石のせいじゃないの？これは謎なぞ？いいえ、ちゃんとしたクイズよ。ヒントはね、地球儀でよく考えてみて。Да? Ты? Суть в шаре. Но меня смущает цифра 5 километров, на самом деле. Ладно, если что... でわかるなんて本当に天才よ。南極点がスタート地点だったなら、北に進み東に進んでもそれは南極点に対して円を描いて回ってるのと同じや。だから南へ進めばまた南極点に戻るだけの話っちゅうわけや。Без подсказки насчет шара вообще невозможно, мне кажется, было... Ну нет, возможно, но это прям... Реально пришлось бы сильно подумать. Тотте-оки но музыкаши мондай но цмори даттан дакедо. Энджи-чан ва хонтто ни сугой ва.
おめでとうさんや。ほな、これがもう一枚のメダルや。Все-таки 5 километров это просто пустая цифра. Нет, дело просто в полюсе. И не северном только. Отлично получилось. Торжествуем, мы с тетей Евой подняли кулаки. Так, это наши проблемы. Окончание. Другим людям проблемы дать лучше. Да, спасибо, Хидеоси-оджи-сан. エヴァおばさんは賢いで。Тебе нужен южный полюс. Другого места не подходит. 二人一緒ならメダルもザクザクや。Хотя с другой стороны, на северном тоже можно. Не, по-моему, вообще на любом полюсе можно. Сойо, зак-закьо. Ну окей, значит, все-таки только на южном, да? Я унеслась прочь. Кого мне спросить дальше? Дядя Хидеоши с улыбкой помахал на прощание. Какая к черту Гренландия? Смешно. Хидеоши и Ева смотрели, как Энджи радостно бежит на поиски следующей загадки. Блин, ну да. Черт, ненавижу. Эва. Ева опустила голову. В ее глазу блеснула слеза. それは当然のことなのよ。でも、私はそれを受け止めきれなかった。しゃあない。お前かて人間やで。そうそう人間、割り切れるもんとちゃう。それでも、私が悪いのよ。仮にも一時を育てた母だったのよ。あの子の母親に、私はなるべきだった。なのに、私は悲しみに溺れ、それをしなかった。しゃあない、しゃあない。ну как, батлер? お前だけが悪いわけとちゃうで。そんなに自分を責めたらあかん。игра созданная специально для Энджи。Ева уже не могла сдержать рыдания. Дрожан опустила взгляд, и с ее щек капали крупные слезы. Нет, у нее еще была ненависть к Кире. Но я... Я себя ненавижу, и я не могу понять ее чувства. Ой, тебя слышать не хочу. Кирие-сан. Позади Евы сейчас стояли Кирия и Рудольф. Аната га Энджи то учитокео то иро-иро на дорёку о ште курета кото о шиттеиру ва. Анеки ва ёк таете курета зе. Сонна анеки но куроу мо сиразу. うちの娘が本当に迷惑をかけたな。после инцидента на Ркинджиме, Ева единственная, кто покинул остров живой, удочерила отсутствующую и выжившую Энджи.
Хоть в итоге они развили печальные взаимно тяжелые отношения, сначала это было не так. Ева пыталась проявить любовь к Энджи своему единственному оставшемуся кровному родственнику. Она старалась стать для Энджи новой матерью, даже отбиваясь от грусти, которую сама испытывала. Но Энджи не смогла принять эту доброту. Она набросилась на Еву, которая единственная вернула живой, обвинив ее в том, что она лишила ее родителей. Понимая, что пережила эта маленькая шестилетняя девочка, Ева выдержала ее нападки. Она стиснула зубы и излила на Энджи всю свою привязанность, которая была проигнорирована. Но раны, перенесенные самой Евой, тоже были очень глубокие. Она так и не была вознаграждена за свои печальные усилия, и будущее перед ней померкло. ジョージ君に注いだのと同じ愛情を与えようとしてくれたわ。でもそれは私だけの独りよがりで、エンジェちゃんには全く届かなかった。それを受け止めなかったのはエンジェだ。姉貴のせいじゃない。 6歳のエンジェちゃんにそれを求めるなんて酷よ。それでも私は気持ちを伝えられるよう、もっともっと耐えなければならなかったのに。エバ姉さん、これだけは信じて。私たちはあなたを責めてなんかいないのよ。キリエさん、エンジェのために深く深く傷ついてくれて ありがとう。あの子に人の心があるなら、いつか必ずあなたが注いでくれた愛情に気がついてくれるはず。ありがとう、姉貴。俺たちはいつまでも感謝してるんだぜ。よかったな、エヴァ。お前の頑張りはな、ちゃんと認められとんのやで。 Какие крылья? Привет, Мелзер. Ёрошкереба, зехи коно года ни мо чоусен ште итадакемасен ка? Так, на всех случаях. Коно кумаса мо музыкаши. Годой и Кумасао предложили бросить мне вызов. В итоге мне придется выступить против всех, поэтому не важно, кто станет следующий. Но опять же. Это что вообще по формату? Я помахала тете Еве, призывая ее поторопиться. И она подбежала ко мне. はい、はい、かしこまりました。それでは問題を出させていただきます。難しいですよ。それでも解く。 コツはもう分かったもん。エンジェちゃんを甘く見ちゃダメよ。ねえ。ねえ。それはそれは。それではゴーダらしく台所とお料理の問題を出させていただきます。Тогда в любом случае мне нужна ссылка на игру, ссылка на перевод, все в этом духе. 今度は共闘しましょう。 Ну и само собой желание оплачивать это все. По крайней мере, здесь уж точно. わからないときはおばさんを頼ってね。 何かヒントを出せるようにするわ。 ヒントもらうとメダルはもらえない？ メダルとは関係ないから、じゃんじゃん頼ってね。 Помощь зала.
А, лол, реально есть кнопка спросить тетю Еву. У ведьмы дома была волшебная кухня. Каждый день, когда ведьма возвращалась в одно и то же время, она подавала ей на стол свежеприготовленный ужин. Как-то раз ведьме пришлось работать допоздна, когда она наконец пришла домой, вся ее еда встретила ее. Что? С возвращением, великая ведьма. Я обычную рагу для тебя, сказал рагу в горшочке. С возвращением, великая ведьма, скорее куни меня в рагу и съешь, сказал черствый хлеб. С возвращением, великая ведьма, тебя, наверное, замучила жажда, скорее выпей меня, сказала белое вино. С возвращением, великая ведьма, съешь меня, и дневная жара пройдет, сказала мороженое. Кто ты из них лжет, кто? Wait, what? Что? Лжет? Типа, вино не утоляет жажду? Или какой-то другой... Просто я не могу принципа понять. Ну, с другой стороны, у нас есть тетя Ева, которую можно спросить. Оба-са, ва-катта! Хинто ва не, мажо но каэри га фудан йори тотемо осоку натта тте токоро ё. А-а-а. Фудан йори осой то... よく考えて、いつもの決まった時間にできたてのご飯を作っておいたのよ。ということは、それよりずっと帰りが遅くなったら、だ。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 だ
ちゃんは本当に賢いでしょ。ニュート言えば хорошие подсказки。おめでとうございます、エンジェ様。感服いたしました。このゴーダの腕によりをかけた難問がこうもあっさり解かれてしまうとは。全然簡単だったもん。エヴァおばさんの問題の方が難しかった。Ну, это правда. Тут главное просто понять принцип. Так, я вот думаю, сейчас, наверное, паузу сделаю, пока мы загадку разгадали и новую не начали. Да, пожалуй, так и сделаю. А что ж, вот такой вот эпизод. С одной стороны, забавные загадки и истории. С другой стороны, не знаю, как это назвать. Раскаяние персонажа, а также новая правда даже. Неужели на самом деле это все правда? И Кинза, когда Энджи было лет там 5-4 и так далее, когда она приезжала, реально вел себя вот так вот. Это первое еще, конечно, удивляет, потому что все остальное, ну, относительно ведет себя как, ну, положено. То есть я вполне могу себе это представить. Ну вот с Кинза, конечно, это прям супер неожиданно. Что, ну реально, походу это реально правда, но мне все еще тяжело поверить. Конец записи.